что ничего критического в России пока не происходит. Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна, посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную...